В Астане завершился Central Asian Dance Festival, а в заключительный день участники мероприятия представили столичному зрителю мировую премьеру балета «Феллингмен». Хореографом постановки выступил известный американский преподаватель танца Пол Гордон Эмерсон. Артисты из США, Туркменистана, Таджикистана, Киргизии, Узбекистана, России и Казахстана рассказали жителям и гостям Астаны о жизни Нью-Йорка. Подробнее расскажет Майра Дюсенбаева. «Fallen Man» или «Падающий человек» – история о том, какие сюрпризы может преподнести огромный Нью-Йорк. Мировая премьера постановки прошла в театре «Астана Балет». В ней приняли участие более 60 человек. На сцене выступили участники Центральноазиатского танцевального фестиваля. Нью-Йорк – это моя родина. Мой родной город Нью-Йорк. Я хотел показать, насколько он может быть разным. И несмотря на неудачи, которые могут там произойти, Нью-Йорк имеет способность выздоравливать. Это постановка о том, как город может преодолевать трудности. Постановка стала заключительным экзаменом двухнедельных мастер-классов, которые провели именитые хореографы. В Астану из США, Туркменистана, Таджикистана, Кыргызстана, Узбекистана, России и из регионов Казахстана съехались более 100 танцоров. Их обучали неоклассическому балету, контемпорари, модерну, импровизации, бродвею, джазу, хип-хопу, а также фото- и видеосъемки хореографии и арт-менеджменту. Причем, как рассказывают организаторы, многим артистам приходилось пробовать себя в новых направлениях. Танцоры тренировались по 12 часов в день. Я приехала из России специально, чтобы поучаствовать в этом проекте. Я скажу прямо, мастер-классы были все на высшем уровне, учителя все очень профессиональные. То, что они нам давали, брало нас за душу, входило в нашу голову, проходило через наше тело и выдало сегодня то, что вы увидели на этой сцене. Это очень масштабное мероприятие, в котором стоит поучаствовать каждому танцору, каждому артисту, кто себя таким считает. Эти две недели прошли просто на высоком уровне. Они пролетели очень быстро, приехали очень-очень такие, знаете, крутые, интересные преподаватели из Соединенных Штатов. И мы, как танцоры, получили не только, например, я танцую хип-хоп, уличные направления, получила очень много интересной информации, новых навыков. Central Asian Dance Festival Астана начался 22 июля. Фестиваль в Астане прошел впервые. Все участники надеются, что танцевальный фестиваль станет традиционным. Майра Дюсенбаева, Ерлан Наурызбаев, Хабар 24, Астана.